Там машина, правда, выезжает. Машина. Ну, пусть себе выезжает. Так, и здесь что, такая маленькая парковочка? Ну, туалет. Да. Ну, чё? Ну, всё, тёмный лес. Не хочу я в тёмном. Тёмный лес. Мила, иди с ним вместе. Что значит бежи? Да, ну пойдемте посмотрим, что здесь. Ну, здесь хоть цивильные ступеньки, можно спуститься. Но туда, куда мы едем, там должно быть красивее. Ой, здесь просто солнца уже нет. А когда солнца нет, мне неинтересно. Мила, где дети? Детей забирай. Мне бы хотелось вечером чисто вот посидеть. Костер полить нельзя. Что? Мама, что? Я немного чипсов упустил. Потому что в машине? Я держался вот так. Потом неожиданно она оторвалась, потом она упала. Ты хоть на машине вас? Где Лиза? Не в машине. Где Лиза? Кнопка, иди. Лиза. Да? Мила, а где ключи? Ты забрал? Ой, пока всех соберешь. А, вот тут Сэмчик рассыпал немного. Что это за бумажка? Наша тоже валяется. Ну да. Наша. Забираем. Доча, что ты там никак выйти не можешь? Ну, просто я возьму конфетку. В лужу не вставай только. Перепрыгивай их. Потому что мухам наши махи. Ой, эти мухи еще. Так, сейчас пойдем. Закрываем. Это тут тоже разные могут проезжать мимо люди. Ну, подышим. Прохладненько. Дрожь так пробивает меня. Я в футболочке. Хочешь последнюю колбасу? Давай. Последняя в жизни колбаса. Колбасный язык? Да. Здесь даже роса или что это? Ого, побросайте камушки. Вот здесь можно бросать камушки сколько вам захочется. Только не об камень, а туда. Далеко. Хорошо? А ну дай попробуй. Пахнет хорошо. Я не по сухарикам, но это вкус неплохой. Смотрите, роса. Мама! Что, мой милый? Я нашел фосфоровый камень. Покажи мне. Собираем. Помнишь, там шуши-морубые такие, очень куча таких. Угу, забираем домой такую красоту. Ого, что это такое? Цветочки. О, красивые такие. Мама, самый круглый камень змеи. Угу, хорошо. 11 сентября. 2021 год. Даже для себя вот. Сейчас закачаю. Архивчик такой. Максим, ну тебе надо, не надо вот это. Спина будет болеть. Так, че он такой? Тяжелый. Да? Вот гиротакл. Все? Да. Теперь все правильно? Все правильно. Угу. Ой, какая красота. Какая красотень. А откуда оно такое? Ну, откуда слезы? Роса. Это роса или дождик прошел? Скорее всего, это был дождь. Мы что проезжали. Такое роса? Роса это утром, когда туман прошел. Садятся капельки росы.
Это точно. Очень даже хорошо. Иногда надо вот так выезжать. Куда ты собрался? Ой-ой-ой. Морж наш. Он в каждой поездке заходит в холодную воду. Но он у нас закаленный же парень. Так, здесь дорожка, можно идти, идти дальше и дальше. Не заходи в водичку, холодная она все-таки. Я статуя свободы. Статуя свободы моя. С чипсами. С чипсами. Ну да. Пахнет, ой, какой запах. А что это за пена, мама? А это от того, что водичка бежит, пенка собирается. Костя, все, ты смог. Вылазь оттуда. А где Костя? Лезет на скалу. Ну почему? Я с тобой. Вот тебе все. Лови мобилку и бумажник, лови. Сейчас, моя хорошая. Что там? Вот. А, веточка. Вот эта трава пахнет. Класс. Возьми веточку с собой. Красота. Так пахнут травы. Но вот это не пахнет. Это вот это. Как она называется? Бессмертник или как? Я точно не знаю. Надо посмотреть, как название трав. Но у нас тоже в Украине много такой травы, я помню, росло. А это Айдахо, красота. Вот за что я люблю Айдахо. За вот эту природу красивейшую. Сейчас и солнце-то уже... Именно в этом месте солнца нет. Горы все закрыли. Макс ржёт. И ты их ничья не выкидывай никуда. Ну покажи. Я их очень долго собирала. Конечно, покажи. А я разве когда-то выбрасывала твои камушки? Я их собираю там дома, ложу у нашей дорожки. Вот. Какие драгоценные. Стой, да? Стой. У меня еще есть. Драгоценности. Драгоценности.
Знаешь, почему они драгоценные для меня? Почему? Они больше, чем какие-то жемчуга там и еще рубины. Сейчас еще есть. Потому что это ты собрал, понимаешь? Потому что они ценные в миллион раз больше, чем какие-то там драгоценные сейчас камни. Сейчас у меня еще есть. Замечательные камушки. Мне так нравятся они. Я их возьму. О, беленькие. Класс. Все. Спасибо. Я ложу в карман себе. Подножки смотри. Да, я пойду. Хорошо, давай. А я здесь еще фоткаю эти ягоды. Ягоды малинки.